Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и это начало моего нового прохождения. Так я не где-то вчера или что ли, или позавчера я записал полностью прохождение игры Call of Duty 1, первой части всей в этой серии, полностью. И теперь, в общем, решил записать первую серию, пилотную серию, пробную серию моего прохождения игры Call of Duty, дополнение, в общем, Call of Duty 1, которое называется по-английски United Offensive, либо по-русски, в общем-то, русской версии, это называется Второй фронт. В общем, написано уже. В общем, начинаем проходить эту игру. Первое, одно единственное дополнение официальное к первой Call of Duty. Есть, конечно, неофициальные таким модификации Call of Duty 1, которая называется, помню, то ли забыл, как они называются. Там, по-моему, два есть их. Мне кажется, помню, было даже на диске. В общем, их проходить, конечно, не буду. Это сейчас вот прям уж после прохождения этого дополнения, так потом его когда-нибудь запишу, после того, как пройду всю серию Call of Duty, там все части, которые на данный момент вышли. Пока что возьмемся за официальные версии игр, официальные, в общем-то, игры, точнее, этой серии, в том числе и дополнения, вот как раз и на этот Offensive или Второй фронт. Так, здесь более-менее все более-менее настроил, так что мне нормально все шло, громкость поставил более-менее на минимум. Так, в общем, начинаем проходить эту игру на самом максимальном уровне сложности, просто немножко даже попробовал, чтобы поверилось, в общем, звук и остальное. Настроил игру. Будем играть на самом максимальном ветеране, как и в первой части Call of Duty. И, в общем, начинаем. Проходить самую первую миссию. И, скажу, пришлось немножко помочь с настройкой, установкой игры. Искал, в общем-то, русскую версию просто. Сейчас, в общем-то, да, этой игры уже лицензионную версию не приобретешь. Не найдешь нигде. Если только что в Steam, возможно, но в Steam я сам сейчас не покупаю. Что-то в магазине обычно. В общем, пришлось поискать, конечно, русскую версию нормальную. Чтобы была и звучка русская, и текст. В общем, иногда бы находились просто такие версии русские, которые были не озвучены по-русски, только с английской озвучкой имели. Да частично были переведены на русском, в общем-то, интерфейс вот это бумага. Это, в общем, если только не был переведен. Там все было по-английски написано. Той версии, которую я до этого находил. Совершенно не забыл, по Бастон, Бельгия, дошло с декабря 2004 года. Сколько там времени не посмотрел. Ну да. Эй, сержант, а мы не можем просто перейти прямо к горячей еде? Эндер, я бы посчитал это забавным, если бы напрочь не отпоролил свою задницу. Теперь проваливайте отсюда. Встретимся в джипе. Ну да. Ладно, идем. Конечно, дополнение очень такое сложное, посложнее даже будет, чем этот оригинальный Call of Duty. На ветеране еще подавно. Так, поедем сюда. Так, так, что-то явно ездит плохое. Ох, не танки, да. Давайте валить что-то быстрее. Отсюда. Все. Уходим, да-да, бежим быстрее. Так, мне что-то кроме этой пушки нету вообще ничего. Никакого вида оружия даже нету. Сядем в джип, давайте сядем. Ой. Так, я бегу. Сержант, они попали в Джоя! Орно Центр! Сейчас мы ничего не можем для него сделать! Что, нет, как ему попасть по этим? В общем-то, фашистам что-то. Ага, ну да, едем, едем, давайте сейчас быстрее. Сто места. Ага. О, гоните, гоните, гоните. Во. Молодцы, просто справились, отлично. Ух ты! О, да. Да, заткнись, блин. Война идет, а ты там болтаешь. Пустую воздух тратишь. Разговорись, заткнись. Трать кислород. Ой. Давай гони быстрее, блин. Сейчас окружают просто. О, едут уже. Быстрее, быстрее. Черт, это было близко, сержант. Да. Да стреляю, блин. Мне это не нравится. Да уж, нам надо вернуться в штаб батальона, что ли? Ох! Проморгал вообще просто. Можно срезаться эхом за этот дом.
Ой! Продолжай стрелять! Чёрт, ранен? Какого чёрта? Чёрт, а? Так, надо сохраниться в другом месте, по-другому будет сохранить сейчас. А, так. Ой-ой-ой, пиздец. Сейчас меня убьют нахрен. За вас. Я даже промазал от этого, со страху. Фу, кажется, мне кажется, все-таки мы уже уехали. От погони ушли, да? Ошибаюсь, по-моему, так и есть. Можешь же не волноваться так с дороги, что нас все равно потом остановит. Когда доберемся до нашего штаба. Когда доберемся до цели. Так, да, вот как раз это место. Приехали. Врача сюда, живо! Ну да. Так и. О, все, здорово, установили полностью. Отлично. Займите места в окопах. Так, ну пошли, Андерсон. Андерсон из это. Из Mass Effect, да? Так, черт дери, а. Набеги быстрее, я с тобой. Блин, слежу. Давай, давай, давай. Шевели задницу. Я за тобой бегу. Давай, давай, веди. Я за тобой. Ох ты, блин. Ой-ой-ой, пиздец. Чёрт озари. Ох, как оглушило даже, сказать. Так, сохранимся, конечно же, по-другому. Переписать, да? Да, перепиши. Патрон кончается. Я держу строй. О, Марик, побери, молодцы. Так, гранаты, Тимси, вообще есть гранаты? А? Смотри, что ли вообще? Так, по нам шараш со всех сторон. Ага, я посохраняюсь, почаще буду. Блин. Ох ты, блин! Так, где еще пулеметы? А. Уходим, уходим в деревню, чтобы сам вам не попали бы. А мне. Молодцы, танк, мощь все, давайте, давайте. Так, сюда прямо, да? Сохранимся, конечно, по-разному. Райли, ага. Так, давай быстрее. Проклятие, продолжайте стрелять! Ради чего? Давай, давай! Да. Еще патрон быстрее меняй. Сволочи. Сам главное, с другой стороны еще не зашли бы. Они могут это делать с другой стороны зайти. Да блин! Черт, они едут! Ой! Да! Сволочи! Даже не заметил говняка.
Да его закончить конечно нет. Пиздец какой-то. Катин, да где там? Папаша по нему. Все. Кажется, закончил сами уже последние из засадки. Он с той стороны бегут. Так, с пулеметом. Блин, пойти можно? Ой, тихо, тихо. Снайперскую винтовку, блин, вообще хуже. Где? Так, остался один пулеметчик. Так, все, кажется, да? Так, пулемет потом оставлю себе. Вовремя, да? Маловато жизни. Ох, блин, а. Вы, конечно, взорвали там. Ну да, иду с тобой. Ну, блин, веди, веди быстрее. Я с тобой иду, блин, но... Так, молодец. Вот расправился без меня даже. Хотя... Тут мне только пригодится. В этом случае. Так, надо забавить лазука быстро. Да! Че, по пуле не лишь попадать каким-то образом, вот еще при этом. Нет, ты не попал, что ли? Там у меня пистолет точно. Цель, чё не попадает-то? Конечно. Чего, куда? А, следующий окоп теперь, да? Что за... Блин, странно вообще, как мне там попал. Какого хрена? Чё, нет ещё? И всё? Да блин! Возвращайся быстрее! Наконец-то. Черт, ни хрена, конечно, попробовать с таким здоровьем. Давай быстрее. Ты заряжайся быстрее. Отлично, кажется, все. Оль, будет сынуть держать рубеж. Ну ты, конечно, не так легко будет сделать. Все, смотри-ка, все, справились. О! Отлично. Ха-ха, молодцы, да, отлично справились. О, вот такая миссия была сложная, конечно, да. Но интересно. В паркуре можно пройти ее. О-о-о! Да. Получили, ублюдки. О-о-о! Да, блин, божая, кошка, здесь все-таки хардкорные. Первая часть самая хардкорная. Не то, что потом.
Интересно достаточно такие были игры. Так, у нас начинается вторая миссия. Так-то. И в общем, думаю, это пока закончим. Увидимся во второй серии моего прохождения игры Call of Duty United Offensive или второй фронт. С вами был Михаил. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока.